Гляди, нам повезло. Вот дорога. Остальные должны быть рядом. Надеюсь. А то нам сегодня ни хера не везет. Женщина, похожая на меня. Что такого страшного она сделала? Это хреновый знак. Но ты в безопасности. Я же с тобой. Откуда этот голос? Не знаю. Подойди! Невозможно. Я знаю этот рисунок. Это мои старые качели. Здесь, видишь? Эй, тише, не психуй, ладно? Нет же, ты не понимаешь! Видишь звезды? Я их тут нарисовала вместе с отцом, когда мне было 10 лет. Уверена? Да, блин, уверена! Это мои качели! Откуда они здесь? Да не, просто похожи. Это совпадение. Ну послушай, что я говорю. Этот город знает меня. Эй, эй, посмотри на меня. Мы справимся. Слышишь? Вместе. Помоги мне. Молю. Помоги мне, покуда не поздно. Молчи, женщина. Лишь Всевышний простит твой грех. Лишь о том надлежит его молить. Послушайте. На мне нету греха. Кукла, вершащая мою судьбу. Детская игрушка. Ничего более. Я клянусь. Я не дрогну. Недуг, что ты принесла, должна очистить. Освободить нас и тебя от зла. Сжечь ее. Молю вас, стойте. Одумайтесь. Нет, прошу, нет. Не надо. Господь, прими душу сестры нашей Табиты, кою дьявол сбил с пути истинного, и распорядись ею. Женщина только что. Это была я. И я следующая. Но ты в безопасности. Я же с тобой. Спасибо. Хоть ты рядом. Предлагаю пойти в церковь. Другие, наверное, уже там. Ну да, наверное.
Нас будто преследуют. Нас точно преследуют. Эй! Вали отсюда! Не приближайся, ясно? Блять, что это такое? Ну, бежим! Заходите. Где Анжела? Не выбралась. Мы не могли помочь. Да ладно. Если эта тварь сейчас ворвется сюда, мы к ней присоединимся. Блять. Найдите входы и выходы. Все заблокируйте. Черт. Давайте, здесь нужна баррикада. Эй! Эй! Что этот старый дурак там до сих пор делает? Он идет за нами, но зачем? Неважно, ему нельзя доверять. Я знаю, что ты там! Господи, что он делает? Он приведет эту тварь прямо к нам! Он не понимает, в какой мы жопе. Да что за хрень там творится? Вам нужно уходить отсюда! Скорей, пока не поздно! Убирайтесь отсюда! Уйду, когда гляну тебе в глаза! Пусти меня! А вдруг он поможет? Это очень плохая идея. Что тут вообще происходит? На нас что-то напало. Это было существо из фильма ужасов или ночных кошмаров. Что за херню ты несешь, а? Ты головой ударился? Помогите нам. Мы не знаем, что еще сделать. Не уверен, что выберусь из города. Ты не один такой. Найду помощь. Пустая трата времени.
эта мерзкая тварь играет с нами. Нехорошо это. Бросить старика снаружи. Лучше так, чем всей нашей группой рисковать. В этом я уверен. Профессор! Эндрю! Это я. Следующий. Священник, падре, как его? Обвинял моего двойника. Дело серьезно. Опять суд? Пока нет. Но все шло именно к тому. А девочка? Мэри? Она была. Но она вроде пыталась защитить парня. Тут безопасно. Нашли другие входы? Извините, я не проверил. Эта тварь все еще здесь. Смотрите, там! Надо идти за ней. Кем бы она ни была, все происходящее связано с ней. А если так, то что? Если мы остановим ее, возможно, это позволит спасти наших двойников. Ладно. Посторожите дверь, вдруг оно вернется. Малая, ты тут? Мне тяжко молвить сие, но твоя казнь убережет нас всех, спасет целый город. Пощади его, молю тебя. Тебе трудно, дитя, но позже ты уразумеешь и возрадуешься. Покинь сие место, Мэри. Мольбы его не тронут. Ты не должна узреть мою кончину. Кто приглядит за мной, ежели не ты? Судья Вайман поручил то Авраам. Он твой опекун. Однако с сим решением не все согласны. Каждый предстанет перед высшим судом. Твой час настал. Нет! Нет! Узри же, кого ты молила пощадить. Он более не от мира сего. Лишь демоны да проклятые могут так противиться. Он был здесь. Я держал его. Он был там. Я не спас его. Жаль, что тебе пришлось это увидеть. Мне было очень тяжело. Суды над ведьмами! Они ненормальные!
Парня убили ни за что! Согласна, это полная жесть. Видна система. Анжела была убита после казни своего двойника. Тейлор же едва удалось спастись. Увидишь смерть двойника, ты следующий. Очень обнадеживает. Спасибо. Лучше знать заранее, что тебя ждет. Вон оно! То, что нас преследует! Мы не должны оказаться в западне! Что нам делать с тварью снаружи? Тихо. Слушайте, вон там. Оно снаружи, пока что. А что, если оно решит напасть на нас? Возможно, в церкви мы будем в безопасности. Почему? Ну, это святое место. По идее, оно не сможет войти. Правда? Что, прям как долбанный вампир? По крайней мере, это крепкое здание. Он прав. Тут безопасней. Остаемся. Пожалуй, остаться здесь звучит логично, да? Думаешь, так будет лучше? Остаемся тут. Выбора нет. Нам надо бежать, пока можно. Здесь мы в ловушке. С вами никто не согласен. Остаться здесь — решение большинства. Нельзя нам разделяться. Вы же помните про Анжелу. Окей, ладно. Но мне все это не очень. Их вроде много. Фигаси. Это же тот проповедник, которого мы...
Тейлор, ну же! Отзовитесь! Надо действовать быстро. Подождите, надо успокоиться. Что, блядь, Тейлор в беде? Дэниел! Тейлор! Это ты? Ни хрена не вижу. Это ты? Я здесь. Тейлор! Как же я рад вас видеть. Вы живы. Мы пока еще не спаслись. Дайте отдохнуть. Не останавливайтесь. Идем. Постой. Он устал. Хрена с два. Это на нас охотятся. Не на вас. Надо идти. Все в опасности. Не только вы. Ладно. Что будем делать? Я не знаю. Надо немного отдохнуть. Вы спите? Ничего себе. Если бы. После такого адского денька я вряд ли засну. Хотя сил вообще нет. Есть идеи, как отсюда выбраться? Туман окружил нас. Мы не пройдем. Нельзя тут просто сидеть. Сначала надо выяснить, откуда берется туман. Думаю, это Мэри ключ к тому, как выбраться из него. Найти Мэри, остановить ее – это хороший план, окей? А вторая девочка, которая от нас убегает? Я уверен, она как-то связана с Мэри. Может быть, она пытается нас куда-то привести? Куда? Не знаю. Может, туда, где мы положим этому конец? Все слишком неопределенно. Кажется, от нас уже ничего не зависит. Мэри в центре всего происходящего. Этих судов и страшных казней. Я даже не уверен, реальна ли она. Как мы ее остановим? Слишком поздно дергаться. Все. Конец. Попытаемся. Ради всех остальных. И ради себя. Мэри – ключ ко всему. Я уверен. Это не так просто. Она же ребенок, мы не можем взять ее. Послушайте, когда встретим ее, сделаем все необходимое. Что там? Пс-пс. Ну нет, тварь пришла меня прикончить. На землю. Прячьтесь. Оно идет прямо на нас. Тихо вы! Анжела! Полегче. А я вся в синяках. Я думал, вы погибли. Как вы сумели нас найти? Мы думали. Ты. Как хорошо, что вы живы. Хватит. Вы меня засмущали. Но спасибо. А ты молоток. Да уж. Железная леди. Вся группа снова в сборе. Всех отыскали, молодцы. Ну, не совсем. Они нас нашли.
Сейчас на первом месте ваша безопасность. Идем. Когда вы исчезли, мы встретили других монстров. То, что гналось за мной, было омерзительно. А вы говорите, что их много? Откуда они взялись? Как вы без очков? Ничего? Определенно. Многое здесь лучше не видеть. Очки потеряли, но чувство юмора на месте. Хорошо. Слышишь? Слышу. И явно где-то рядом. Идем скорее. Помогу спуститься. Профессор! Анжела, вы где? Дэниел! Тейлор! Ребят! Куда вы делись? Хрен его знает, как мы выбрались живыми. Рано радуешься. Мы все еще в полной жопе. И сраные мутанты еще рядом. Надо уходить. Лучше победить себя, чем выиграть тысячи сражений. Тогда победа твоя, и ее не отнимут. Ни ангелы, ни демоны, ни рай, ни ад. Вы, может, уже кое о чем догадались? Что все и вся может оказаться не тем, чем кажется. Три казни, три терзаемых создания. Пока что все ваши студенты избежали адских мук, вечного страдания. Как полагаете, что прячется за углом, скрытое в тумане? Что-то злое к нам спешит.